приятного всем аппетита, хорошего настроения, доброго дня. Я тут ушички немножко приготовил, сазанчика и икорчика с карасиков. Донская вкусная, а цемлянская она тоже вкусная, жирненькая такая рыбка. Сладенько получилось. Икра еще молодая. У карасиков. Ну тоже вкусно. Стоялось. Ну, чеснок я туда добавлял в конце готовки. Я еще прикуску люблю. Пузырики. Я когда рыбу вялю, эти пузырьки поджигания вкусные такие. Чипсики получаются. С них тоже навар. Вроде пузыри-пузыри. Рыбин тоже наварчик. Лук многие не любят вареный, а я люблю. Еще горячий. Вот. Это на потом, если остывает. Я люблю, когда тепленькое. Ушечка, а вот сазанчик, и напополам. Я всегда жабру ударяю, и там не нужны. Мозги высосал. Вот такая. Жирненькая. Где ребрышки? Вон какая. Стеночка толстая. Сладенькая. Не в болоте. Есть ловит в болоте. Он вонючий, болото воняет. А это цемлянская рыба вкусная. Один скелет остался. Все потом даем вне камеры, а то время много. Вот не спеша удовольствие растягивать. Потому что люблю его кухню, обожаю. У меня в дед рыбака был, когда еще Сталинград был. Еще ГЭСа не было. Вот они неводы ловили рыбу. Ну, сейчас по квоте называется.
Раньше просто на государство работали. В тылу были. Народ кормили. Целуемся.